Что посмотреть и куда сходить? Наша подборка самого интересного в городе. Поехали! Лето близится к завершению, поэтому досуг для выходных нужно выбирать особенно тщательно. Например, можно посетить выставку «Величие и глубина», которую устраивает Музей истории ВМФ. Проходит она в парке Северная Тушино. Первый этаж экспозиции посвящен истории развития флота от Петра I до наших дней. Второй – главным фигурам русской флотилии. Посещение экспозиции самостоятельное. Если вам ближе изобразительное искусство, в эти выходные вас ждет картинная галерея Александра Шилова, открытая в 1997 году. В портретной галерее у вас есть возможность проследить жизнь России последней трети 20-го, начала 21 века. На картинах Александра Шилова изображены ветераны Великой Отечественной войны, священнослужители, выдающиеся деятели культуры и искусства и простые труженики. Экспозицию дополняют пейзажи и натюрморты. Еще одна живопись, но более современного автора, ждет вас в галерее «Парк». На выставке под названием «Сонник» вы можете увидеть работы Софьи Цветковой, победительницы конкурса музея имени Булгакова на создание образа кота-бегемота. Софья – студентка второго курса факультета искусства графики МГХПУ имени Строганова. Она занимается иллюстрированием книг, и это ее первая персональная выставка, на которой представлены работы последних 5 лет – графика, линогравюра, смешанная техника. Выставка продлится до 18 августа. Для любителей отечественной классики в эту субботу на сцене театра имени Моссовета «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина. В этом произведении соединяются размышления о природе человеческой натуры с темой непредсказуемости судьбы, неотвратимости рока, определяющего жизнь человека. Здесь и размышления о человеческом несовершенстве, и сожаление о несостоявшейся любви, которая могла бы изменить судьбы героев. В главной роли Валентина Талызина, режиссер Игорь Яцко. Начало в 19:00. Переосмысленную классику можно увидеть в Московском театре на Таганке, на сцене «Красная шапка». Но это не привычная сказка про девочку и волка. Это психологическая драма для взрослых о взаимоотношениях матери и дочери, о взрослении, любви и одиночестве. В спектакле нет волка, вместо него героев преследует страх неизбежной потери. Страх матерей отпускать повзрослевших детей и страх детей навсегда потерять своих родителей. Автор пьесы – Жоэль Помра, современный французский драматург. Начало в 20:00. Еще больше интересного на нашем сайте vm.ru.